Ну, конечно, неправильно все мазать там черной или наоборот белой краской. Конечно, и в советской истории были позитивные страницы, и негативные страницы. Мы действительно там были в космосе, были определенные успехи, но были вещи, на которые нельзя закрывать глаз в глаза, и которые нужно честно оценивать. Когда правительство нашей страны уничтожало миллионами несогласных людей, когда были гонения на инакомыслящих, это те вещи, на которые ни в коем случае нельзя закрывать глаза. Это те вещи, которые нужно совершенно честно и объективно оценивать, просто для того, чтобы они больше не повторились в нашей истории.